Ша Шериф. Мы сегодня играем с Чика Папа. Жаша один мороженое. У папа очень разжижье сразу. Это не было нет. Это за зима. У мамы сказала, что это лето будет школа. Это жак. Мороженое начали подавать. Сегодня будет такая история про Джорджа и его семью, который захотел мороженое зимой. Спит наш Джордж в своей кроватке, просыпается. Какой сон мне снился. Мне приснился сон, что я кушаю мороженое. Так, сейчас я побегу попрошу. А, сначала надо зубы почистить. Я быстро почищу зубы. Чищу. Бегу. Где они? Где же они все спрятались? Вы где? Доброе утро, мама! Мама, ты на кухне? Нету. Мам, ты в комнате? Нету. Мама, папа, где вы? А, вы здесь, доброе утро. Что вы делаете? Мы смотрим мультик Свинка Пеппа. Вы смотрите мультик Свинка Пеппа. Мама, мне сегодня приснился такой сон, что уже наступило лето, и я кушаю мороженое. Ты можешь, пожалуйста, мне дать мороженое? У нас есть мороженое? Нету. Ну что ж, лето так, лето, ну нельзя мороженое кушать. Ну, начинают. Пеппа, я маму спрашиваю, мне мама разрешит. Правда, мамочка, ты разрешишь мне? Запивать чаем. Конечно, самое вкусное мороженое на свете я буду запивать самым-самым горячим чаем. А ты, Пеппа, не вредничай, мне мама разрешила. А я все-таки считаю, что не нужно Джорджу зимой разрешать кушать мороженое. У него горло будет болеть. Ну ладно, Пеппа, мама же уже разрешила Джорджу. Давай вы не будете ругаться. Мы тебе купим мороженое. Давайте помиримся. Помиримся. Папа, папочка, а ты отвезешь нас в магазин? Потому что мама сказала, дома нет мороженого. Ну ладно, конечно отвезу. Что же с тобой делать? Пойду за машиной. Хорошо, а я пока посмотрю с тобой мультики. Пеппа, Джордж, мама Свин. Все в машину. Тебя долго ждем. Ты где? Иду. Насадилась на эти шелы. Все, все готовы. Папа Свин, мама Свин, Джордж и Пеппа едут в магазин за мороженым. Мы едем за мороженым. Папа, припаркуй машину возле магазина. Ох, приехали. Придумал Джордж среди зимы кушать мороженое. Мама, идете? Конечно, идем. Сейчас идем. Дверь закрыть. Закрываем дверь. Закрываем. Продавец мороженого. Где там продавец мороженого? Вот. Ой, давай посидим. Пусть дети сами выбирают мороженое. Кто первый будет выбирать? Я, потому что я придумал мороженое сегодня купить. Значит, я буду выбирать. Ладно, Джордж, ты маленький, поэтому я разрешаю тебе выбрать мороженое первому. Я пока посижу с мамой и папой. Здравствуй, Элиф! Здравствуй. Я Джордж! Здравствуй. Ой, Элиф, можешь сделать мне, пожалуйста, шоколадное мороженое с клубничкой? Я очень люблю шоколадное мороженое. Ну, ладно. Сделай, пожалуйста. Сейчас. Шоколадное мороженое с клубничкой. Там такое же получится, цветочек такой. Цветочек получится такой. Доставай. Мое самое любимое мороженое. Доставай. Как клубничка пахнет. И шоколад пахнет. Может, тебе сделать даже за два мороженого?
хороший лифт, а Пеппа сегодня вредничала. Она не хотела ехать. Говорила, зима, нельзя кушать мороженое зимой. Но мне мама разрешила. Я обещала. Пожалуйста, клубничку. Ой, и жилкуется. Какая красота. Папа, дай мне денег, мне надо расплатиться. Пожалуйста. О, пожалуйста, продавец. О, смотрите, какое мороженое мне сделала продавец Элиф. Какая вкуснятина. Я пойду кушать. Пеппа, ты следующая. Привет, Элиф. Привет. Ты только что сделала для Джорджа такое вкусное мороженое. Он такой счастливый. Смотри, он отвернулся от нас, от всех, и кушает. Сделаешь и мне, пожалуйста. А кого-то хоть стаканчики, не вафельки? Я хочу вафельки, пожалуйста. Только ты знаешь, я шоколадное мороженое не люблю. Это Джордж любит. Мне сделай, пожалуйста, белое. И немножко. Все любят шоколадное. Я знаю, Элиф, но я не люблю шоколадное, я люблю белое. А может немножко шоколадное? Нет, спасибо, мне, пожалуйста, только белое. Ну, может, капельку, давай, капельку положи, я попробую. Да, вот так вот мне будет достаточно. Элиф, продавцы не облизывают вафельки клиентов. Там немножко... Ты что? Хорошо, только больше так не делай. Я просто тут попала до верха. Положи мне, пожалуйста, белого мороженого. Сейчас. С клубничкой. Опять она ест мое мороженое. Что за бредный продавец? Я буду жаловаться. Достаточно немножко. Ну, ты такая же вредная, как его младший брат Джордж. Ты, наверное, такого же возраста, как и он. Все вы маленькие, непослушные. Ой, нужно как от него встать. Так, шоколадный ты мне уже положила. Теперь, пожалуйста, белый. Вот. И клубничку. А можно мне самую большую клубничку, пожалуйста? Одну. А можно тебе мою клубничку и клубничку? Ну, давай, попробуем. На твой вкус. Пожалуйста, денежка. На тебе, папа. Ой, спасибо, Элиф, какое вкусное мороженое. Пап, мам, смотрите, какое у меня мороженое. Я тоже пойду к Джорджу кушать. Папа свин. Что, мама свин? Посмотри, дети такие счастливые. Они так аппетитно кушают мороженое. Может, и нам с тобой скушать немножко мороженого? Зимой? Ну, почему бы и нет? Ну, в принципе, да, почему бы и нет? Давай. Привет, Элиф. Привет. Ты нашим деткам сделала такое вкусное мороженое. Они так его лопают и лопают. Делай нам, пожалуйста. Ага. Только не в вафельку, а в стаканчик. Можно? В стаканчик? В стаканчик. А какое? Белое или шоколадное? Мама свин будет белое, а мне, пожалуйста, и белое, и шоколадное. Никогда не кушала мороженое зимой, папа свин. Только когда была ребенком. Ты знаешь, я тоже кушала мороженое, когда был ребенком. Еще я любил сосульки. Только мы не будем это детям говорить, а то сами начнут сосульки кушать. Ага. Ой, спасибо, Элиф. Положишь мне клубничку, пожалуйста? А сколько? Одну. А может, еще маленькую? Да, положи. Это у тебя, наверное, шелковица, я вижу. Нет, это маленькая. И ложечку. Спасибо. А, я забыла с тобой расплатиться. Вот, Элиф, пожалуйста.
Пойду детям покажу, какое у меня вкусное мороженое в стаканчике. А мы любим вафельки. Я знаю, что вы любите вафельки, а я в стаканчике. Шоколада. Сейчас пальчиком сделаю. Не торопись, я подожду. Мои обжоры вон там объедаются мороженым. Вера, я немножко обожаю. А вы сейчас шоколадные давайте? Да, немножко шоколадного. Положи мне, пожалуйста. Джордж, а ты запиваешь мороженое горячим чаем? Ты мне обещал. Да, мама, смотри, я уже всю чашку выпил, чтобы у меня горлышко не болело. Ай! Я все-все выпил. Папа. Ой, Элиточка, и клубничку мне, пожалуйста. А может, еще выпьем? Пожалуйста. Сколько? И одну клубничку. И одну. Бегу к своим кушать мороженое вместе с ними. Как вкусно! Спасибо, Элит. Нам спасибо. Очень понравилось у тебя. Мы придем еще. Ну ладно, спасибо, пока-пока.